Вот это один из единственных случаев был, когда всех красных захватили. Это вот здесь. Так, да. Но я сейчас вас высаживаю. Я вас высаживаю, а сам не знаю, куда поеду. 2018 года. Вот Сергей. Вот, приехали на главную елку. Вот Сергей, вот я вас Сергею передаю. Выходите. Мариша, да. Выходи, а я поехал искать место, потом скажу где. А карамелю? Карамелю с собой забирай. Сейчас? С собой, да. А ну, хочешь, оттуда прогуляйся, человек, когда тебе встанем. А где мне? Сергея надо, Сергей, вон он, машина стоит, вон, вон. А зачем ты мне? Ты мне отдельно положи. Без салафана. Ну, отсюда будет убрать их. Да нет, ты положи так. Я тут на морозе буду. Вадик, ну все, давай сразу чуть-чуть. Давайте решим. Это... Сюда вот, встать может быть на машине. Отойди, брат. Отойди. Давай. Ну смотри, как тебе удобнее. Давай я вот так вот прям настрою, наверное. Ну давай вот так вот задом подъезжай, давай. Никого не пускай туда. Давай, да, давай, давай. Задом лучше, задом. А? На багажник. Ну смотри, как лучше. Вот, продолжаем. Здесь возле елки Сергей Павлович подъезжает. Сейчас он запаркуется в это место. А Игнатьевич уже пошел туда. Все. Сейчас он встанет и здесь будет стоять возле машины с евангелиями. Носить. Вот главная елка здесь на площади. Вот Игнатьевич стоит, евангелие раздает. Ну, ребята, бурят. А где? Да, у нас. А мы вам говорим, господи, подарите.
Вам подарить Евангелие на Новый год? Не, батя, я солнце поклонник, благодарю. Слава богам и предкам нашим. Ну что такое дело-то? Ну куда я пойду? Вам Евангелие подарить на Новый год? Евангелие-то? Люди приходят сюда развлекаться. Это могут единицы найтись, которые жаждут, ищут Евангелие. Лошадка-то живая. На, вахти. Евангелие подарить. Евангелие о жизни Христа. Как нам правильно жить, как душу спасать. А ты вен благословил, видите? Во славу Божию, только не потеряйте. Помашите. С Богом. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. 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 Даром даем. Вы же Лапкин. Конечно. Ну вот, видите, как ваша надежда забыла. Я Тамара Васильевна, помните, нет в детском центре-то. У меня там работали немножко. Спасибо. Я там вас слышала. Ну, он говорит. Так он сколько книг издал. Трактуры в Библию. Мы сделали миссионерскую поездку, поехали. Это Евангелие. Я понимаю, но это просто вот Евангелие. Прямо из Библии взято 4 Евангелия, отдельно их издали. Это вы издали? Нет, нет, это патриарх Кирилл благословил. Начал где-то, возьмите. Вот. Здесь большие ресурсы наши. 13,5 тысяч автороликов наших. Какое маленькое! Мы сделали миссионерскую поездку с книгами, я дарил. От Владивостока до Лиссабона. На Балтике семинаре. И везде дарили. В библиотеке, там, в королевские люди. Чтобы люди жили для Бога, не для себя. И вот, а сейчас вы где-то же здесь, в Барнауле? Здесь, в Барнауле, мы и жили. На ползунного ряда. Вы когда зайдете, тут описано, где YouTube. Дайте вам, дайте. Вы в Покровский ходите, да, собор? Вы не ходите? Вы в Покровский? Ползунова 6. Мы с нуля строим деревню православную. Туда митрополит наезжает служить. Лагерь-то у вас существует? Она здесь рядом, здесь рядом. Со мной вместе. И Надюша? Да. То есть там это у вас дом ваш или что? Где, в деревне? Нет, вот Ползунова 6. Ну, дом. 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 Я подал в суд за то, что я сидел, у меня все конфисковали. А когда реабилитирован вернулся, я подал в суд. И 11 лет шел в суд. Я его выиграл. А рассчитываться нечем. А судебный исполнитель сказал, ему, женщина была, арестовывайте счета, ни один бюджетник не получит, пока не рассчитаетесь. И тогда Баварин, тот прокурор края Пороскун, с
собрались вместе и решили недвижимостью рассчитаться. И два домика мне дали сейчас буквально. Где был краевой суд, там сейчас музей истории список. Ну, прямо напротив, рядом, чтобы я не забывал, где я был. Здорово. Здорово. Это такое счастье, что мы вас увидели. Фильмы сняли государство. Я про вас ведь слышала и читала. И один смотрела. Фильм «Причувствие» занял первое место на международном киноконкурсе, а второй прямо «Златоуст из Потеряевки» — это первое место в России. Людям как раз это надо. Да, чтобы иди, жили не для утробы только своей. И вы, когда зайдете в интернет, вы найдете там все. Я же одновременно вел занятия в 5 университетах, 3 года программы, милиции. А если не через интернет на Ползунова 6 прийти можно? Ну, который я получил. Угу. Там так. У вас там что проходит? Богослужение. Богослужение? Да. В церкви по расписанию. Церковь, православная церковь, зарегистрировано все. Вы зайдите, а когда будет, вы позвоните. Тут телефоны мои. Телефон есть. Только хорошо. Когда будете звонить, скажите, я такая-то, мы встретились там-то, я вам сразу тогда отвечу. Хорошо, ладно. Можно будет прийти, даже если хотите побыть. Но у нас такой порядок. Ногой вверх не шевельнет. Как зашли, как мертвые стоят люди. А торговли если ноги нету. Болят, я сидеть мне нельзя. А там можно сидеть, там у нас и скамейки. Сидеть можно, да? У нас нет этого шатания в храме. Ну, понятно, это хорошо. Нигде старелка не ходит, ничего этого нет. У них строгость. Да я не была, я знаю, я его знаю. Митрополит, знаете здесь сейчас? В епархии, митрополит. Ну, над всем. Он к нам приезжает от 150 километров от Потеряевки. И там со священниками службу ведут. Мы одинаково, все у нас. Ну это куда 150 километров? Потеряевка деревня, где живут одни. Получили мы статус за подписью Сурикова. И с нуля начали восстанавливать. Вы в Потеряевке живете? Нет, я летом только. Летом у них лагерь там. Интересно, да, очень интересно. Там православная, да? Жизнь вокруг. Православная, конечно, неужели? Для детей это самое. Для детей же лагерь. А где эта Потеряевка? Какой район? Мамонтовский район. Барнаул, Кулунда, ветка. Понятно. Это когда у Мамонтова едешь, направо. Природа хорошая, да? Понимаете, вот люди, когда живут просто, я живой, но ты умрешь все равно. Ты подумай, еще дальше так будет у тебя. Сейчас, вот я иду, 20 человек, наверное, говорю. Да, никто Евангелие не говорит. Евангелие – это жизнь, это благая весть. Но они, может быть, думают, что это, знаете, свидетели Его. Да, тут написано на первой странице по благословению патриарха Кирилла. А еще знаете почему? Потому что дают, думают, какая-то пропаганда, зачем? Да нет, не нуждается, он не думает, ему думать нечем. Нечем думать. Люди живут одним днем сегодня. Вот смотрите, вам Евангелие подарить? Вы еще думаете? Но они просто не знают, кто вы. Да зачем про меня знать? О Христе знать. Здесь жизнь во Христе. Ты родился. За тебя Христос умер. Он ждет тебя, когда ты придешь к Нему. А когда ты с Богом живешь, у тебя все по-другому. Вот смотрите. Хорошая жизнь. Подарите вам туда. Смотрите, как это редко. А вот мы специально приехали сюда, сейчас тут привезли книги, чтобы... Спасибо вам большое. Вот, вы представляете, я была в церкви, значит, и, в общем, на исповеди была, и оттуда еду и думаю, это было вчера. Говорю, Господи, дай мне терпение, вот мне терпение нужно и смирение. Представляешь, захожу в Академию это культуры Ленина 66. Там хор пел, они православные песни поют. Вот. И выходит Дед Мороз, который нарядился, который во главе там этого народного оркестра, и Снегурочка. И у него такая корзина, и там закрученные пожелания. И говорит, он мне говорит, а хотите, говорит, узнать, что вас ждет в 2019 году? А я говорю, да как-то вот, вы знаете, ага, как-то что ждет, говорю, ну ладно, возьмите. Предсказание. Не надо предсказания. И вот вы представляете, что я беру из всех этих скрученных, вытаскиваю. Говорю, ну я дома посмотрю. Он говорит, нет, посмотрите здесь. Это знаешь, кто вот красивый, седовласый такой, который руководитель народного хора этих инструментов. Знаешь ты его. Ну, на концерте он был красивый такой дирижер. Я читаю, если будет у вас терпение и правильное решение, то пространство, или какая вселенная,
пойдет вам навстречу, будет вам благосклонно. То есть терпение, понимаешь? Нет, только нет. Я думала, вселенная что про терпение. Вселенная не может пойти, уже обман начался, обман. Бог устрояет жизнь, а не вселенная. Нет, как-то так, что то есть вот вселенная... Просто... Это волшебники, они волшебствуют, волхуют. Нет. Это обман, церковь это отрицает. Категорически отрицает. Нет, ну как говорят, вот, даже нет. Есть такое выражение, я что вот если ты хочешь жизнь улыбалась тебе, подари ей хорошее настроение. То есть если ты будешь недоволен, если ты будешь возмущаться, все тебе плохо, то тогда и ответные силы пространства, вселенной, я так считаю, тоже будут так же отвечать, да? Вы Евангелие считаете, у вас это все, вся шелуха уйдет. Это не надо, а я читаю, не надо. Не надо это совсем. Одно. Да это Сарас. Просто Дед Мороз вроде. Да нет, Деда Мороза за это выдумка. Это все выдумка. Не, ну, Новый год играет, это житейское. Это язычество. Ну, язычество. Мы пришли потому сюда, что Дед Мороз. Я не хочу с вами размещаться, я вам позвоню. Там имя, отчество, все есть. Здесь все есть, да, я вам обязательно. Надеюсь, что Василий приедет. Дай Бог вам здоровья. Послава Богу. Дайте вам переводы. Даже при разных переводах есть. Вам подарите Ванькину на Новый год? Вам подарите Ванькину на Новый год? Еще не могу, патриархом не могу пробить даже. Вам подарите Евангелие на Новый год? Просто слушаем эту историю. Спасибо. Спасибо. Следячили за Ереванкой. Вот так. Вот. Вам Евангелие подарить? Евангелие. А жизни Христа. Не успеешь ничего сказать, пару слов уже убегают. Вам Евангелие подарить на Новый год? Нет. Вам Евангелие подарить? Так, визитки-то не даю ее. Так надо, давай. Ну давай. У вас есть они? У вас есть? Да есть где-то там лежат. Игнатий Иванович, вот, возьмите, вот. Ну, это по одной. Ну, по одной есть. Ну, нет. Ты ладно, ты имей в виду. Ты тех, кто же... Спасибо, деду. Вам подарок Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. И здесь большой ресурс у нашего. Что же так люди-то не нуждаются совсем? Да. Совсем не нуждаюсь. Смотри, что делается. Все это маленько засними, покажи. Ну что мне это? Может, Сергей сходить поснимать? Да, иди там, сходи. Ага. У Игнатия Ивановича тоже только единицы взяли. Наступающим Рождеством Христовым. Возьмите, читайте. Субтитры сделал DimaTorzok.
там визитка есть? Да. Есть, да? Святой Евангелие в подарок родителям. Святой Евангелие в подарок родителям. Не надо быть. С наступающим Рождеством Христовым! Возьмите подарок. Русская православная церковь. Мужчина, мужчина, вы меня простите, пожалуйста. Вы бы сперва вот так бы вместе с нами встали, раздавали бы Евангелие, чем вот эти лишние вопросы задавать. Господь говорит, идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Ага. Все. Так вот, и смотрите, вот так, точно так же вставали вот бы благовесты. Я буду вопросы задавать. Значит, возьмите книжку, я буду вопросы задавать, и вы мне должны ответить. А зачем я вам должен? Обязательно. Почему обязан? Потому что вы ничего раздаете. Но я вам задаю вопрос. Мы раздаем патриарха Кирилла по благословению Евангелия. Знаете, я могу сейчас написать там все, что угодно. А вы сперва прочитайте, как это? Евангелие не пишет, что угодно. Я могу задать вопрос. Я вам задаю вопрос. И вы будьте добры. Господь, когда посылал учеников своих, он сказал, нигде не приветствуйте. То есть нас Господь сейчас побудил пройти раздавать Евангелие. Зачем нам эти лишние вопросы? Это с чего это вы взяли? С какой церкви? Куда? Чего? Как это? Вы бы взяли Евангелие, тоже бы раздавали бы людям. Как это? Зачем? Зачем это мне нужно? Для спасения души. Вот я сейчас возьму, просто возьму. Мужчина, если бы мне Евангелие... Вы вообще, у вас есть? Вот, вы кто вообще? Я православный христианин. Фамилия как у вас? А зачем вам знать? Ну, вот видите. Владимир зовут. Так. Где вы работаете? Крещен, точно так? Да, работаю. Где работаете? А вам зачем это знать? Очень даже нужно знать его. Господь послал проповедовать Евангелие. Вот, все. Знаете, остальное я на ваши вопросы не буду отвечать. Потому что вы уже нарушаете заповедь. Я ничего не нарушаю нигде. Но вот Господь, вы же не обосновываете. Господь и говорит, вы не произносите имя Суе. И что? Ну, напрасно, значит. А вы, значит, его уже сейчас раз 10 назвали. Ну и что? Зачем? Я-то как это зачем? Ну как, зачем вы отдохнули? Я говорю, Господь меня послал, где я напрасно назвал? Это нету никакого напрасно. Он вас не это посылал. Это вот, например, как это не посылал? Ну вот так. Я молился, Господь побудил меня а послать. Вас посылал? Вас Господь посылал? Ну да, посылал. Нет, меня не посылал. Почему? Вы спросите. У Господа? Да. Так я у вас спрашиваю, почему? А зачем меня-то спрашиваете? Так вы же приезжаете, меня спрашиваете. Вас кто послал? Господь. Я вопросы задаю вам. Какой мы церковь? И вы будьте добры отвечать на вопросы. Я сказал, Русская православная церковь. Да вы понимаете, я вас... Ну. У вас есть церковь сама? Русская православная церковь. Куда вы ходите молиться? Храм какой? Да. Есть. Где он находится? Крестовоздвиженский храм. Где? Какой? Что значит за крестовоздвиженский? Вы не снимайте меня, не надо мне снимать. Ну, как не надо? Берите свою камеру. Вы сейчас кинете, что ли, на него? Нет, я не кину, меня не надо снимать. Не надо, идите. Вы такое... Не трогайте. Я с ним разговариваю. Ладно, Сергей, это уже я перепалка. Все. Все. Ну и не нужно, вступайте. Игнатий Иванович, я еще взял. Все, я уже раздал. Вот еще. Я в милиции там давал, они не берут, но улыбаются в ответ. Сегодня, главное, агрессивных нету людей, вот удивительно. Нас уже один тут допрашивал, кто чего раздаем, зачем. Ну, спасать душу, чтобы познакомились со Христом. Мы дарим Евангелие крупным шрифтом для пожилых людей, бесплатно. По славу Божию, можете взять. Я такая обрезанная. Так, кому Евангелие еще подарить?
Евангелие кому подарить? Крупным шрифтом. А ты что не пьешь? Игнатий Иванович, у вас там визитка есть? Есть, есть. Есть, да? Ну давай сюда. Девушки, вам подарить Евангелие? Евангелие дарит. Вот и жить. На кого угодно. Подарим Евангелие. Вот и жить. У нас есть пастор. Вот эти стоят. Конь, это два. Там или даже три. Вот, смотри, какие. Ну я раздал сколько? 16 штук. Ну Сергей тоже потихоньку только. Ну еще сказал. Ну все, тут больше делать нечего, мы все обошли. А Сергей-то раздаёт где? Да, вон он, вон он. Он возле машины, вон. Вон он ходит. Ну что сказать, больше под... Не, мне не надо, я хорошо вижу. Спасибо.
дать. Брательнику дай. Смотри. И началось. Слово пожилых не произносите, они сразу, я не пожилой, и все, и пошел дальше. Мы даже не Евангелие. Давайте, давайте. У нас есть. Не Евангелие даже. Пожалуйста. Ну, еще вон там наверху не ходили. У нас интернет уже есть, да? Я хочу... Заходите. Много полезного, знаете. Я.
сразу пошли. Давай. Вон, подойди. Ну, да, да, а у вас интернет есть дома? Да. Есть? Возьмите. У нас очень большие ресурсы. Вы найдете тут все. Там тысячи вопросов возьмите. Отвечены. Ага. Спасибо. Все, с Богом. Послава Божия. Я руку там не освобождаю, у меня сразу замерзнет рука. Угу. Это дворец спорта, вот здесь. Вам подарить Евангелие? Евангелие. О, это жизнь вечная, Христе, спасение. У вас интернет есть? Подарь, сейчас вам дадут, там большие ресурсы. Там и вопросы, потому что я строю православную деревню. Вам будет очень интересно. Возьмите. Спасибо. Вам тоже, да? Все, с Богом. Много подвохов есть еще. Ну что? А Христос будет сидеть там нет. Ну а откуда вы знаете? Есть Евангелие знаю. Евангелие кто писал? Евангелие писали апостолы, движимые Духом Святым. Ну а откуда вы знаете, чем они были движимы? Духом Святым. На славу Божию. Вам подарить Евангелие? Да, на славу Божию. Вам подарить Евангелие? Здравствуйте. Здравствуйте. Я у вас был. Ну, да, слава Богу. Вам визит куда ли, нет? Да, да. Он говорит, у вас был. Он, да? Он знает вас. Угу. А может быть, Абдулахман придет. Я думаю, может не подходить, она уже с Евангелием. Угу. Вам подарить Евангелие? Будь ничего, не бесплатно? Евангелие. Инжир. Вам подарить Евангелие крупным шрифтом. Спасибо. Вам подарить Евангелие крупным шрифтом. Вот так, брат мой, пошли. Возьмите, Игнатий. Там уже подарили, идут с Евангелием, а уже неудобно делают. Вам подарить Евангелие? Кто, говорит, принял? Кто поверил слышанному от нас?
празднично, все красиво. Смотри, что тут делают. Они просто так. Каждый год они сообщают, сколько миллионов тут потратили. Миллионы, большие-большие. Народ веселится. Так, ну я больше туда не пойду. Они не понимают русский язык. Ну все, пошли. Смотри, оглядывайся, чтобы не подошел. Все на этом, больше не будем ходить. Все, слава. Где он? Ищи его.